Всем здравствуйте, меня зовут Ирина, город Санкт-Петербург. Я на Фочика 8 в 7 цветах. Вот такое количество орхидей. Хотя было заявлено с одним стволом, с двумя стволами. Сами видите, что как-то это все вот и все, и все. И все, и больше ничего. Ну, вот с вами еще посмотрим другие цветочки. Красивенькая вот эта. Интересно, цена какая у нее. Тоже красивая. 600 рублей. Отличная цена. Ой, какая там розочка. Увижу красивую. А это кто такая? Ух ты. Смотрите, какой пилорик. Сейчас я вам его покажу. Вот. Красивый пилорик. Красивый. Да? Хорошенький пилорик. 589 рублей. Так, а что у нас тут у пилорика? Ну и крышки хорошие. Вот, отставим. На Денвер похоже, но вряд ли. Вряд ли. А это какой-то сога. Вот, вот это вот точно какой-то. А, привет, сога. Алёсенька. Смотрите, нашла бабочку. Вот такая холюсенькая. Ну, маленькие цветочки. Вот такая бабочка. Хорошенькая. И ну там вот желтенькое у основания. Что-то мне не очень. Ну, корни. Посмотрите, сколько корней и хорошие. И они тут разные. Ой, еще что я одну нашла бабочку. А, это наполовину бабочка. Вон, наполовину бабочка за щипами. Ага. Не вся. Она и как-то еще и, как и трилипс. Смотри, с тремя листиками, как на трилипс похоже. Ну, это вот она как захотела сделаться, да, вот. Как она захотела, так она и... Вот таким пилориком. Ну, прям сегодня и пилорик, и бабочка. И все. Мне ничего не надо. Ни пилорик, ни бабочку. Вот, вот такая красота. Есть потемнее, есть посветлее. Сейчас я найду, где-то я видела такую темненькую. Вот. Ну, красивые они такие, посмотрите, малиновые. Так ярко-малиновые. Вот, вот здесь вот есть даже цикламен. Здесь чуть-чуть потемнее. То есть они как бы цвет переходит из светлого в темный. Ну, вот такая красота. Не знаю, я люблю. Ой, какая. Ой, какая хорошенькая. Вот, смотрите. Такая. Тяжеленькая. Да, корней. Корней. Шикарное количество. Вот. Вот. Красотки. Это вот и все. Вот видите, это все. Из орхидей. Вот так вот. Это и все. На какое? Так это тоже бабочка. Ой, да она еще не просто бабочка. Она еще какая-то. Да. Да, да, да. Если сравнить с той бабочкой. А, это уже 800 рублей. А, вот они. Это два цветоноса. Но она не вся бабочка. Ну, она, видишь, и бабочка, и да. В то же время вот она такая. Тут она вся бабочка. Да. И учись, она похожа как будто бы на вот этот вот особенно цветочек. Как же... Вспомнила, на пират Пикати похож вот этот вот цветочек. Красивенький такой. Ну, не факт, может быть, там просто корень идет. Поэтому она его и жутит, потому что эти нормальные. То есть не факт, что это какая-то болезнь. Ну, хорошенькая. Я налюбовалась уже цикламеном. Посмотрите, какая красота. А? И, а листья? Я еще листьями. Рюши.
волнистость такая на кончиках, смотрите, цветочков. Обалдеть! Ну, это еще небольшие такие листочки. Ну, что-то как-то вот я в этих листочках, что-то у меня какие-то сомнения по поводу. А вон, посмотрите, сколько бутонов. Обалдеть! Видите? И стоит эта красота 260 рублей. Дешево, по мне, так, для цикламена. А есть дороже, есть... Вот это вот цикламен, но они, наверное, разные. Нет, цикламен микс. Это 499. Ой, что там такое? Вот. Ой, какие листья, вы посмотрите, какие шикарные листья, а? Ведь они тут разные, я уже показала. Так, сейчас. Вот это. Да? Какая красота. Ну вот это. Сейчас вам. Цикламен, конечно. Мне очень нравится. Помимо цветов, еще и листья. Очень интересные, красивые листья. И они разные. Посмотрите, вот эти три. Вот. Очень красивые. И сами цветочки тоже. Их много здесь. Вот. Ой, какие вон там большие цветы. Смотрите. Да? Огроменные. Интересно, сколько здесь они стоят. Ну, я думаю, тоже 400. Горшок большой. Нет, чтобы взять рядом. Да, 400. Ну, 500 рублей. Ну, это посмотрите, какой горшок. Там еще. Так, это у нас бегонии по 469 рублей. Белая какая красивая. Очень красивая бегония. Так, это у нас пеларгония. 249 рублей. Вот видите, сколько орхидей. Вообще ни о чем. Вот. Вообще ни о чем. Сядин и только два сорта. Так, это у нас кто? Это у нас антуриум. Вот это шоколад антуриум. И стоит он 1439 рублей. Но о, это большой горшок. Вот. Можете посмотреть, обратить внимание. Большой горшок. Очень красивый антуриум шоколадный. Красота. Красота. Роза. Роза. 409 рублей. Желтая роза. О, какая ты красивая розочка. Какая ты красотка. Всем вот такая. Посмотрите. Она немножко, конечно же, увядает, но все равно бесподобно. И тоже. Ой, тут уже увяло. Красивые. Ух ты, какая. Интересно, она ароматная? Нет, не ароматная. Так, а тут у нас какая розочка? Она уже тоже отцветает. Так, давайте здесь посмотрим. Ух ты. Вот. Розы. Обожаю. Тоже нравится. Но сажать куда? Никуда. Вот это вот. Такие красивые. Так, это у нас гербера. 359 рублей. Да. Герберочка. Еще что-нибудь найду. Это у нас очень знакомый цветочек. Жасмин многоцветковый, 259 рублей. Недорого. Ой, это же гибискус. Это гибискус, 510 рублей. Он такой, как здесь указано на картинке. Ой, кала. Кала, 929 рублей. Но посмотрите, какой
какой экземпляр. Тоже кала, уже поменьше. Там подвесном вообще. Кала в подвесном, но это как-то вижу первый раз. Это у нас 655 рублей кала микс. У меня он дома был, он только рос. Вот рос, листья, все. Такой кустился, но не цвел. Я его отдала. Ну, думаю, значит, не мой цветок. Значит, у меня он не цветет, вернее. Диплодения. 448 рублей 98 копеек. Даже не знаю, что это. Смотрите, так подумаешь, как будто бы он все сгнился. 379 рублей хлорофитум. Вот хлорофитум Green Orange. Понятно. Такой интересный хлорофитум. Я первый раз вижу. 379 рублей. Это мне муж говорит. Вот еще наверху хлорофитум. У меня есть и обычный хлорофитум, и кудрявый хлорофитум, и просто зеленый хлорофитум. Вот такой тоже есть. Вот. А, говорит, что лучше бы ты покупала хлорофитум, который очень полезен, который очищает воздух от всяких вредных примесей. Вот. Чем ты покупаешь все вот эти вот бесполезные орхидеи? Видите, как он размножается? Он вообще, вот купишь маленькую, и все, и он понеслось. Его надо 229 рублей. Вот такой купил, оно быстро разрастется, поверьте мне. Нет, это... Я просто смотрю, где здесь кудрявые бегония. Тоже листья у них красивые. Листья красивые, цветочки будут не очень. Их что-нибудь одно. Бегония Рекс Гибриден. 279 рублей. О, что-то знакомое. Но это не фатсия. Это фатсия японская. 319 рублей. Такая нормальная. Это не фатсия. Это фатсия. Так, у меня сегодня день... Что я хочу все. Мне я ничего брать не буду. Смотрите. Какая красота, да? Вот. Какая красота. Так, тут у нас кто? Хризалидокарпус 380 рублей. Влажность любит. Ой, так, кто ты? Зверь неведомый. Не, ну я уже видела, конечно, такой цветок. Интересно. А он вообще без этикетки. Хошь не хошь. Так, вот это 395 рублей. Асплениум микс. Мелочь такая. Кто ты? Солерулия. Подвесная. 669 рублей. Вот. Стрелицы. А, стрелица. Ой, она так красиво цветет. 595 рублей. Я тоже. Она у меня тоже была. Но она разрослась так просто огромные. Я отдала, потому что у меня кошки покушались на нее. Просто покушались. Мне пришлось ее отдать, как бы, чтобы эти мои вредные котяры не погубили. Вот этот цветочек. Поэтому пришлось отдать. Очень жалко, потому что... Ну, я цветения не дождалась. Говорят, что так 349 рублей, 2 копейки фикус эластика. Вот. Что он не так... то есть редко цветет. Конечно, не как кактусы, да? Но все равно. Так, дождаться драцена. Фрагранс 430 рублей. Ой, я раньше под драценом сохла. Мне очень они не нравились, но 845 рублей. Я говорю, орхидеи, весь мой интерес к обычным цветам все затмил. Затмили орхидеи. Хотя, как бы мне сейчас все равно нравится, хожу, смотрю и думаю, блин, какая красота. У меня розочки, герберочка, цикламинчик, я все думаю. Тут я беру для подружки 20 точек. Ой, какие там. Мустины какие, вы посмотрите. О, дерево. О, пузико такое. Дын-дын. Какие? Это ж кто уже у нас? Это у нас фикус микрокарпа. Гинса. 4999 рублей. Да и копейки. Вы посмотрите. Какие колоритные, какие красивые. Вот это дерево прям вообще ветвистое.
Очень красивые. Класс. Надо купить, поставить. Не знаю, что с ним делать. Ну, я в плане того, что не, я... Домой тащить волоком. Вот. Так, это у нас знакомая. Это у нас... Ой, не подползти. Традисканция 475 рублей. Это недорого для такого большого экземпляра. Подвесной кашпо. Очень хорошая. Очень. Вот. Есть поменьше. Интересно, сколько стоит. Ой, нет, ну это не поменьше. 629 рублей. Такая какая-то фигулька, посмотрите. Ну, лучше что взять, чем то, что они вот это вот предлагают. Посмотрите. 649 рублей. Это за что? Вот за какую-то... Хотя на разрастать, лучше уж вот эту взять, да, за 475 рублей. Во, вот это вот. Вы посмотрите. Не, во, вот это. А? Вообще, да, экземпляр. Ну, прелесть. Прелестная. Так. Кстати, а если здесь было же как-то у них отдел. Где можно купить подешевле, типа подешевле. Надо найти, если мы это найдем. Ой, когда что-то красивое. Страманта 949 рублей. Какие красивые листья, да? Вот они. Красота, красота. Тоже. Так. Что тут еще? Тоже деревца. Пахира акватика. Акватика 945 рублей. Так, это у нас суккуленты. 250 рублей. Хавортия микс. Так. Это у нас эхиверия 209 рублей. Так, по-быстренькому. Мы все смотрим. По-быстренькому. Гипоцирта глабра. 349 рублей. Боже, что это такое? Посмотрите, какие листья интересные. Крокодильчики такие. А кто это? Видите, как они обросли горшок? Что даже тут не посмотреть. Ладно. Во, вот тут видно. Это у нас пелиония дава 669 рублей. Вот так вот. Как интересно. Так. Вот этот у меня два раза покупала. Так. Памяти нету. КДИМ Петра 454 рубля. Два раза покупала. Ну, не живет, не хочет. Ну, говорю, не хочешь, так как хочешь. Господи, кто ж спорит-то, да? Цитра Фортунелла 1225 рублей. Ну, даже с цветочками. О, тюбузите, мой Ян, между прочим. Вот у дочери моей лайм, цитра Фортунелла лайм, она ароматная. Пахипадиум ламери 945 рублей. Колючая, наверное. Да, колючка такая. Ну, не такая прям пугающая, колючая. Так, это у нас, по-моему, олива. Оливковое дерево 810 рублей. Так, лавровый лист. $680. Ну, какие тут. Ну, я больше вот не вижу. Вернее, я не вижу, где, чтобы было бы написано... Ага, что нет у них. Теперь земли нету. Нет, земля есть, но нету, наверное, этого. Ну, горшочки. А нет, все. Кроме, не вижу. А, такой крупный, по-моему. Ну, такой крупноватый, не мелкий. Не мелкий. А это что? Тоже земля порвана. Порвали.
Это агроперлит. Это у меня все есть. Ну, такой керамзит нам не нужен. Ну, в общем, нету. На улицу не пойдем, там точно нету. Вот. Все, на этом все. Спасибо всем за внимание. Большое спасибо. Ух ты, что зашли на мой канал. Огромное спасибо всем, кто подписался, кто со мной давно, кто пишет комментарии. Хочу вам пожелать крепкого здоровья. Не болейте, мои дорогие. Всех вам благ, исполнения желаний, чтобы все у вас было хорошо. Вот. Берегите своих близких, мам, пап, бабушек, дедушек, мужей, жен. А какая красота. Вот. Ну и мирного неба над головой, дружбы между народами, уважения, взаимопонимания между разной верой. С вами свидания. Всех до новых встреч. До свидания.